следующем году Яков Леонтьев тоже отметит юбилей. Ветеран угольной отрасли накануне областного праздника пригласил журналистов и рассказал о своей трудовой деятельности. Все стены Якова Леонтьева увешаны фотографиями. Трое сыновей, четверо внуков, 17 правнуков. Главное богатство ветерана. 13 лет было Якову Ефимовичу, когда началась война. Мальчишкой пошел работать на завод. Коксовый цех, как ректификация, бензольное отделение. И вот я там до 49-го года работал. Вот. В труде прошла и вся его дальнейшая жизнь. 18 лет отдал Альжирскому шахтопроходческому управлению. Сегодня вспоминает, как тогда становилось предприятие. Все стволовые вот эти накладные, все вручную, все вручную. Металл с собой сюда тащит. Затяжку тоже тащит. Цепи там, все на себе. Яков Леонтьев – ударник коммунистического труда. И сегодня, в свои 89, он скучает по трудовым будням.